В этот раз я на окраине Рижского центра, рядом с кварталами Югенстиля, и покажу вам современный квартальчик Магдалену. Парижа и Рлувра Сена, то тес мумс бус Магдалена. Ну, у нас типа будет Магдалена. Но самое интересное, это вот этот домик, он уже готов, видите, со двора он непримечательный, но с фасада это шикарный образец архитектуры. Вот он, красавец, перед вами, образец хорошей современной архитектуры, немного похоже на этакий кубизм. И смотрите, слева аккуратный въезд на подземный паркинг. Здесь вход, один из главных входов, там же есть входы и со двора. Со двора вы немного видели, я потом покажу. Рядом здесь здание историческое с конца 19 века, ну а дальше пожарное депо, оно действующее 1910 года, вот оно, красавец депо. И там же музей, здесь же находится музей пожарного дела, можете посетить, будучи в Риге, стоит копейки посещения. Ну и смотрим сбоку, с другой стороны, вот здание здесь соединили новое со старым. Очень прилично выглядит. Посмотрите, вот эти изгибы мне нравятся, особенно справа. Ну и слева такие выдвижные окна комнаты. В общем, я считаю, что это очень хороший образец современной люксовой архитектуры. Немножко с другого конца теперь я зашел. Смотрим на это историческое здание. Оно было вообще в заброшенном состоянии. Что в оригинале в нем было, я не знаю, не буду врать. Ну, считаю, что очень удачно его соединили с новостройкой. Смотрите, вот такая вот лестничная галерея посередине, там вот эти вот изгибы. И что интересно, справа шикарный образец модерна. Начало 20 века, вот просто полюбуйтесь, как выглядит симпатичный домик в стиле модерн в Риге. В Риге подобного немало, но это из хороших образцов. И дальше мы двигаемся. Вот смотрим со двора теперь. Посмотрите, вот как это выглядит со двора. Это квартал тут будет застраиваться современный, а там дома начала 20 века. Тоже с элементами модерна, неоклассицизма, ну, разные есть. Это готовая часть, он уже заселен. Там сбоку даже слегка благоустроено. И еще одна часть, вот, которая тут строится. Тут опять же исторические здания, но тут уже конца 19 века. Школа, кстати, вот перед вами, это 20-е или начало 30-х годов уже 20 века. И вот еще раз проект на фотографиях, более наглядно. Спасибо за внимание. Записывайтесь на экскурсии по городу.